Всем привет! С вами Маша, и вы смотрите канал «Похудение мамы и дочки». Добро пожаловать в рубрику «Ешьте и худейте вместе с нами». Я сейчас собираюсь готовить обед и буду делать это вместе с вами. Сегодня у нас на обед будет мясо с овощами, и все это я буду тушить, варить. В общем, скоро вы все увидите. Давайте начнем с овощей, покажу вам, что я буду сегодня использовать. Я взяла один баклажан, два помидора, два красных перца, два кабачка, мясо, это у меня говядина на кости, и также я буду использовать из приправ красный и белый перец. Что касается овощей, то сюда можно добавлять абсолютно все, что вам нравится. И то же самое касается количества. Можно взять чего-то больше, чего-то меньше. В общем, это не имеет никакого значения. Все зависит от ваших вкусов. Сюда также подойдет лук, но мы следуши лук не любим и практически не употребляем. Также очень хорошо было бы добавить зелень. Зелень я люблю, но ледуша зелень не любит, поэтому в блюдо я зелень не добавляю. Если мне захочется, я ее просто нарежу и добавлю к себе в тарелку. Так что такие вот ингредиенты. Сейчас я все нарежу, включусь и покажу, что я буду делать дальше. Итак, я все подготовила. Баклажаны я нарезала вот на такие довольно крупные дольки. Перцы колечками, помидоры кружочками и кабачки тоже у меня нарезаны вот на такие вот крупные дольки. Предварительно я их поделила пополам. И мясо тоже нарезала на довольно крупные кусочки. И сейчас все это я буду помещать в кастрюлю поэтапно, послойно. Сперва добавлю помидоры, затем баклажаны, кабачки, перец и мясо. И мясо я сейчас начиню, добавлю немного красного перца и белого перца. И покажу, что у меня получается. Такая получилась картина. Овощи, мясо и снова овощи. Настоящее мясо в шубе. И сюда я добавила стакан воды. Сейчас я кастрюлю помещу на небольшой огонь, и вариться блюдо будет долго, как минимум 2,5 часа, а то и дольше, потому что мясо должно хорошо провариться. Я буду следить и при необходимости буду добавлять воду. Что касается приправ, как я уже говорила, я мясо начинила красным и белым перцем и больше не добавляла ничего. То есть овощи, мясо, вода, красный и белый перец. Все, больше ничего нет. Соль я уже буду добавлять в тарелку по вкусу в готовое блюдо. Ну все, я начинаю готовить обед, и до следующего включения. Такой получился обед. Мясо в шубе, под шубой, кому как больше нравится. И варилось все это ровно 3 часа. Блюдо получилось очень вкусное, сытное, но при этом легкое. Так что вот предлагаю вам такой вариант обеда. На этом все. Благодарю всех за внимание. Всем отличного настроения, удачного дня и приятного аппетита. До скорой встречи. Пока-пока.